травы вообще почти нет. Это в низине здесь еще есть. В середине вообще лысина. Вот. Это после ешки. То есть вот я ешкой скосил туда. Вот это. Вот насколько ешка оставляет выше. Не знаю, будет видно. И вот насколько низко, ниже берет вирекс. Вон там даже видно. Вот это ешка, а вот это вирекс. Так что приходится вирекс откосить. А мы в такой области у нас дождей 2 или 3 поморосило и все. Нету. Ведь у нас 11 или 12 июня. Надо бы как бы уже сенаж заканчивать, а я еще ни хрена не наготовил здесь 13 сенажа, но травы нету, не знаю, какой сенаж всего готовить. Так что вот так. Так, всем привет, ну это будет, наверное, продолжение видео ремонта. Здесь вот ближе к дороге сюда все более-менее трава есть, а там за столбом там, ну, вообще газон. Сейчас остановился, скажу я на Т-25, кто не знает и не смотрел мои ролики, кашу вироксом 1,65 м, кашу 3-4 передача, 3-я маленькая тихо, 4-я маленько быстро, но косилку он тащит, все справляется, без проблем косит, прокашивает и обороты набирает. По ремонту, ну, будете смотреть, поймете, одну штуку я полностью менял, вторую нижнюю, эти подшипники. Ну, вот показатель люк, здесь сейчас нет люка. А здесь был люк. Это либо ступица разбита, либо развалился у вас подшипник. Так вот собирает у меня ножи и тарелку. Показатель муравейника, ну, препятствий разных у вас на поле. И еще могут толстые ножи, берут ножи из КРМ-ки, обрезают их и ставят сюда, и толстыми ножами можно так разбить. Ну, это фигня. Да, еще хотел сказать, это все зависит от количества, сколько вы косите, потому что многие показывают и говорят на видео, у меня 5-й сезон, я ничего не ладил, 5-й год кашу, а сами косят по 3, по 5, максимум по 10 гектар. Я в том году только на сенаже, наверное, гектар 30 есть косил. И сейчас уже, наверное, около 10 гектар в этот сезон уже скосили. Правда, травы ни хрена нет. Но вот вторую тарелку ступицу тоже понимаете. Здесь люфта вообще нет. Здесь он гнется, сама тарелка. Держатели ножей я уже показывал, то есть вот эту вот фишку отбивает, я просто брал болт, обваривал, ставил и без проблем. Ножи, я вообще не знаю, что это такое, мне кажется, за этих 7-8 лет, ну, наверное, лет 7 она у меня, вторые ножи стоят. На Т-25 он их не проворачивает, скорее всего, что проворачивает бентузуха. Если за эту косилку цепляет бентузуха, он может проворачивать, сжигать ножи, как говорится. А так нормально. А ты бы ответил, что стоишь, маленькие обороты набрала она и поехал. Все ремонтировал. Ну, вот эту хрень приварил новую. Я обломил его тогда. Вот обычные места. Они у нас усилены, приварены.
так косилка хорошая. Я ее называю газоны косилка. Косит она очень низко. Вон уже треснула еще раз. Трещина, кстати, есть. Ну, я купил, есть у меня в запасе. Вот этот вал, по-моему, тоже меня мало ставит. Помало его. Ну, все это мелочь. Все это мелочь. Как недавно смотрел видео, человек жалуется на турецкие колесно-пальцевые грабли. А, это металл весь, как пластилин. Пальцы постоянно ломаются. А эти грабли у него 10 лет, она колесно-пальцевые спицы, они уже под напряжением из-за времени просто ломаются. Они и должны ломаться, потому что он хрен знает сколько уже гребет и хочет, чтобы вообще ничего ни в грабли не вкладывать. По сравнению с ГВР, вот ГВР это грабли. ГВР это мешок, куда запихиваешь деньги. У меня знакомые ГВР херачат весной 30 тысяч и осенью 30 тысяч перебрать, блядь. То трубы, то пальцы, грабин, то ролики. Ну, в общем, нормально люди. Хрена. Но они, правда, тоже косят больше 100 гектар. Но в турецкий я 4 тысячи пальцев купил. На 4 тысячи на 4 года, а они 30 тысяч только в сезон хреначит на них. Так что все это относительно. У кого-то идет, у кого-то не идет. Потому что, ну, ГВР я вообще не сторонник. Ни шестых, ни третьих. Потому что бывает пересушишь сено, начнешь ими грибить, сено все бьет. Все листочки отпадают, а это сгребает в косичку. И все. Вот сейчас вот после такой косилки гребет нормально, мне нравится. Ну ладно. Об этом можно бесконечно говорить, так что смотрите, что будет дальше.